На конкурс дети читают стихи. Амир Хуснияров, 6 лет, город Нижневартовск. Утро победы, где трава от росы и от крови сырая, где зрачки пулеметов свирепо глядят, полные розы дубков у переднего края, поднялся победитель-солдат. Сердце билось о ребра, прорыв на час, а тишина, тишина, не во сне, наяву. И сказал пехотинец, отмаялись, баста, и приметил подснежник во рву. И в душе тосковавший по свету и ласке ожил радости прежний певучий поток. И нагнулся солдат, и в простреленной каске осторожно прилазил цветок. Снова ожили в памяти, были живы. Московье в снегах и в огне Сталинград. За 4 немыслимых года впервые, как ребенок, заплакал солдат. Так и стоял пехотинец, смеясь и рыдая, с погоном попирая колючий плетень. За плечами пылала заря.